Итак, друзья, добрый день. Пришли наши прекрасные два фильтра из дорогих Delphi 2019 года и Мале KL446 2019 года. Сегодня мы их разберем, посмотрим, с чего они состоят внутри, какое качество фильтрующего элемента, и сделаем выборы. Выводы и выборы, соответственно, какой лучше, Delphi или Мале. Я ставлю ставку на Delphi, потому что уже сталкивался с ним неоднократно. Лучше для Common Rail Delphi, чем фильтр Delphi, но только при условии оригинал, не существует. Итак, мы сейчас узнаем, правда ли это так. Они абсолютно идентичные. Идентичные внешне. Даже, по-моему, цифры эти 8 мм, ну, само собой, размер на 1,25. Но цвет четкий, такой же. И по виду они тоже остренькие стрелочки на Мале. Вот, и тут тоже остренькие стрелочки. То есть, в принципе, идентичные. Итак, разбираем и принимаем решение по качеству. Кто опередит? Поставляйте комменты под видео, если есть желание. Ставьте лайк, дизлайк. Подписывайтесь, если будет такие обожания. Все, разбираем. Итак, друзья, вид сверху двоих фильтров. Невооруженным глазом видно, что Delphi бумага более плотнее, как вата. Мале более неплотный. Но я допускаю, что этот фильтр больше проехал, он больше как бы элемент сам, он более разбитый. Но я такое же самое видел на Delphi еще одном. Был такой же элемент, такой же в виде ваты. И видел такой же самый Purflux похожий. И такой же самый Miele. И такой же самый Bosch. Ну, Bosch чуть-чуть, конечно, было проще. Касательно банок. Фильтр состоит, опять-таки, с корпуса. Тот и тот. С верхней крышки. С механизмом перепускного клапана обратки на бак и в фильтр. Сливная крышка снизу, которая стоит в каждой банке. Опа, играться начинает. Вот еще одна крышка с резинки. Вот, и сердце фильтров обоих, это один элемент, просто разрезан на две части. Вот. И я сделал такой, ну, мощный как бы обзор, можно сказать. Я взял, вырезал два элемента фильтрующих. Кусочек с Delphi и кусочек с Мале. Они с виду как бы идентичные вроде как. Но меня смутило все-таки качество. Меня смутило качество именно в Мале. Дело в том, что он пробежал, как мы видим, меньше. Он пробежал меньше Мале. Вот Мале. И он, цвет у него, соответственно, другой, светлее. Delphi пробежал больше. Соответственно, цвет у него темнее. И хоть Мале пробежал меньше, вот эта верхняя какая-то как салфеточка такая мягенькая, она оторвалась сразу. Это бумажечка. Вот она. И вот мы смотрим Delphi. То есть я попытался отрывать, я не оторвал. Хотя, в принципе, здесь такая же самая салфетка, по идее. И такая же самая желтая бумага, только она уже потемнела, потому что пробег больше у Delphi. Но это еще не все. Дело в том, что она более цупкая такая бумажка. По ней ощущается, что она такая, как, знаете, такая грубая. Вот. А Мале тоже грубая, но более проще, можно сказать. Вот. Итак, какие выводы? К чему я прихожу? Все-таки крут по своей сути
фильтр Delphi реально крут по самому фильтрующему элементу, сильнее. Мале ближе к пурфлюксам, бошам, бош, и ближе к хэнксам, больше, ближе. Но хэнкс, я хочу сказать, что хэнкс ближе все-таки к Delphi. Я сейчас сделаю под этим видео все ссылки всех разобранных фильтров, которые разбирали. И чтобы человек мог как бы открывать сразу ссылку и сравнивать, то есть что вот, ну, какое состояние, какое качество к того или иного фильтра. Итак, делаем выводы, что все-таки для Common Rail Delphi оптимальный вариант и даже можно сказать принципиально это фильтр Delphi по своей пропускной способности. Вот. А фильтр Mallet можно ставить, но он не лучше, чем Delphi. То есть это как бы на ваше усмотрение. Сами читайте форумы. Я из увиденного уже на практике и из людьми, которыми мы ремонтируем топливную аппаратуру Delphi, я убеждаю, что лучше, чем Delphi, люди ставят, которые оригинальные Delphi, у них машины ходят по 200 тысяч. Ну, конечно, при условии, что оригинальный фильтр. Уже у тех же самых поставщиков покупаются, у тех же самых продавцов. И 200 тысяч не ремонтировалась топливная аппаратура ни разу. Вот. Но после 200 начинают, конечно, чисто из-за временного износа, начинается уже движение в пользу ремонта. Но если бы, допустим, человек стал бы какой-то другой, типа вот такого класса, я думаю, что быстрее бы было бы замена клапанов мультипликаторов и ремкомплекта насоса. Так что все я сказал, все. Итак, вывод. Фильтр Delphi перед вами. Его рекомендую ставить. Вот фильтр Mallet свеженький еще. Его тоже рекомендую ставить, но если брать в процентном соотношении 60 на 40. Mallet хороший, качественный, но Delphi рулит. Вот. В принципе, все. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, спрашивайте, задавайте вопросы, звоните, пишите в Viber. Буду рад помочь советом, делом и просто решить любой ваш вопрос, то, что знаем. Итак, у нас гостя сегодня был Delphi HDF-924 с Common Rail Delphi, Ford Mondeo 2.0 TDCi, 3 Mondeo и Mallet KL-446, тоже с Common Rail Delphi, Ford Mondeo 3 2.0 TDCi 2005 года. Они с 2001 по 2007 выпускаются, эти модели. Они подходят также на Ford Focus, на Ford на 1.8 TDCi и на Ford Transit Connect 1.8 TDCi. В принципе, все, ребятки. Всем благословений. Покупайте дорогие фильтра, чтобы не было никаких проблем с топливной аппаратурой, чтобы машинка вас не подводила никогда. Всем пока. Пока-пока. Да, чуть не забыл. Цена Delphi на рынке в среднем 600-800 гривен. Цена Mallet 510-600, тоже 10, где-то примерно такая же цена. То есть ценовая политика, в принципе, этих фильтров одинаковая. Вот. Но, опять-таки, вещь.